В финале учебного года подоспело нововведение, которое касается студентов. С 25 апреля в России стартует эксперимент по переводу студенческих билетов и зачетных книжек в электронный вид. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Пилотный проект пройдет на добровольной основе и коснется студентов колледжей и вузов, а также ординаторов и аспирантов, сообщает Кабмин. Документы, подтверждающие их обучение, будут переведены в электронный вид, а затем загрузят на портал госуслуг и в мобильное приложение в виде QR-кода. Электронная версия документов можно будет использовать для покупки льготных билетов, а также для прохода в учебное заведение. Обычные документы также будут в ходу. Студенты смогут пользоваться любыми из них по своему усмотрению.